Я сейчас оказался на теннисной площадке. Даже не мог подумать сегодня с утра, выходя и общаясь с местными жителями, что вот так вот в городе просто встречу человека, который сможет меня провести и разрешить поиграть немного в теннис в центре Винницы. Здравствуйте. Как вы поживаете? Меня Илья зовут. Александр. Первый раз в жизни буду играть сейчас в теннис. Вообще никогда не играл.